Дядя Иванович Сиренчиков, он родом из села Дедюхина, из рабочей обычной семьи. 3 июня возле монумента Сиренчикову собрались руководители АВИСМы, представители профсоюза и молодежной организации, а также ветераны предприятия. В очередной день рождения легендарного директора БТМК металлурги вспоминают, какую важную роль сыграл Клавдий Иванович в истории развития нашего завода. В 1949-м он встал у руля комбината, а спустя 10 лет запустил производство титана. На тот момент не было отработанной технологии по титану. Производство строилось практически с нуля. Сиренчикову удалось запустить производство, удалось вывести завод на уровень лидера отрасли цветной металлургии. Построить крепкое предприятие в послевоенное время Сиренчикову удалось ценой невероятных усилий. Кроме производства, он развивал и социальную сферу, строил для работников жилье, базы отдыха и спортивные сооружения. Поэтому металлурги вспоминают Клавдия Ивановича не только как грамотного производственника, но и заботливого руководителя. Я знаю о его работе, о его отношении к людям непосредственно от своего отца. Знаю, что Клавдий Иванович всегда большое внимание уделял молодежи, молодым кадрам. Всегда их поддерживал, всегда по-отечески заботился о них. В память о легендарном директоре у монумента Клавдию Сиренчикову вновь появились живые цветы. Как дань уважения и благодарности человеку, с которого началась целая эпоха березняковского титана.